Геннадій Балашов проживає в місті Києві, фізична особа, приємець, член політичної партії 5.10, суб'єкт висування. Політична партія 5.10, десять. Вітаю, перше питання: що ви вважаєте головною проблемою України і як плануєте її вирішити? Геннадій Балашов, ваша відповідь, ваші дві хвилини. Головна проблема України, українців вообще, що здесь на на території України тисячі років... лет существует нищета. И здесь у людей никогда не было денег. И причина здесь одна была. Здесь всегда были эксплуатационные правительства, захватчики. И на сегодняшний день ничего не изменилось, потому что наши люди платят до 70% налогов в товаре. И таким образом нищета является краеугольным. В общем-то, если убедить украинцев в том, что они могут быть богаты, это, в общем-то, решит большинство их проблем. Но ну, я считаю, что 90%... 9% проблем украинцев – это отсутствие денег. И вот чтобы деньги в их карманах появились, необходимо очень простой метод, которым пользуются страны, которые были раньше отсталые, там 20-30 лет назад, но выбрали путь. Это называется путь налогового рая. То есть они делают на своей территории самые низкие налоги и затягивают на свою территорию огромные средства. Туда едут крупные компании открывать свои штаб-квартиры, едут крупные финансы, открывать свои банковские сферы и, таким образом, наполняя бизнес, наполняя людей деньгами и территорию деньгами, делают их богатыми. Таким образом, если решить вопрос нищеты, то есть у людей появятся деньги, они а все остальные проблемы свои, семейные, государственные, смогут решить. И смогут оплатить нормальное лекарство, смогут оплатить нормальное образование. В общем-то, страна Украина 21 века по моему разуму, должна быть и стартануть с того, что она должна стать безналоговой территорией для мекой, для бизнеса всего мира. Тогда свободное передвижение товаров, денег у людей по территории Украины фактически сделает нас самыми богатыми в мире. Мы используем главное преимущество Украины, это транзитная страна между Востоком и Западом. Это страна, в которой самая большая безналоговая территория в мире будет. И таким образом здесь произойдет вот то самое экономическое чудо, о котором люди мечтают. А самое главное, украинцы наконец-то станут богатыми. А какая ваша стратегия у відносинах с Россией? Две хвилины, пожалуйста. Ну, мне понравилось выражение Порошенко ⁇ Холодный мир ⁇ То, что я в него вкладываю, в холодный мир. И мне понравилось, что наконец-то начало звучать слово ⁇ мир ⁇ а не ⁇ война ⁇ даже если он холодный. В общем-то, стратегия с Россией очень простая: меньше с ними воевать, меньше угрожать, но больше добиваться санкций на Россию. Я считаю, что со временем санкции добьют российскую экономику и заставят Путина вести себя прилично или заставят его уйти как мандура. Это первый пункт. А второе, это все-таки завлекать на территории Украины либо американские базы, либо натовские базы, потому что единственной защитой Украины от бешеного соседа являются как раз западные базы и присутствие здесь западного контингента войск. Я не очень надеюсь на украинскую армию. Я считаю, что она слишком раздута, 250 тысяч. Я бы шел путем профессионализации армии, высоких зарплат, мотивации, І таким образом сократить армію там до 50 тысяч, но платить очень большое жалование бойцам. А кого ви готові помилувати як президент, коли їм ставити, станете, пан Геннадій Балашов? Що значить, помилувати я не понял вопрос. Справа в тому, що за конституцію президент має право помилувати засуджених. У вас є ті, кого б ви хотіли. помиловать, які зараз находятся за граждан. скажу, я об этом не думал, но если бы, словно говоря, Бог дал мне президентство и полноту власти, то в Украине, безусловно, появился бы пострадавший класс. Этот пострадавший класс, это все бывшие казнокрады, которые на сегодняшний день управляют страной и управляли до этого. Запрет на профессию, запрет занимать любые государственные должности и э, снятие со всех потоков. Я считаю, что это достаточно на сегодняшний день наказания, потому что олигархат и казнокрады не в состоянии жить без государства. В общем-то, основной целью партии 5.10 является убрать государство из экономики, то есть лишить государства фу экономических функций, неприродных для нее. Поэтому я бы не думал бы скорее о помиловании, я бы думал, как сделать так, чтобы больше пострадал вот этот правящий класс, который, в общем-то, довел людей до нищеты и сопротивляется внедрению новых веней на Украине, потому что у нас большая проблема с элитой. Элита государства не обсуждает стратегию государства. Элита государства приспособилась к кормушке государственной и выдаиваете. И это касается не только казнокрадов, которые сидят сейчас у власти и сидят на потоках. Это также касается предпринимателей, которые обсели этих казнокрадов и соучаствуют в этом воровстве. По большому счету бизнес на сегодняшний день в Украине занимается отмывом налога на добавленную стоимость, контрабандой. Потому что там самая большая маржа, там больше всего они могут заработать капитала вымыванием денег для выплаты зарплаты, по сути, весь бизнес поставлен в антиморальные условия по отношению к государству. Поэтому я еще раз говорю, что должен быть при настоящей революции пострадавший класс. Этот пострадавший класс – это вот эти самые казнокрады, чиновники, возможно, их дети, родственники, которым будет запрет на профессию, то есть участвовать в управлении страной каким-либо образом. Поэтому я бы думал не о помиловании, а о том, чтобы снять их с потоков. Я не очень кровожадный. Тюрьма здесь не нужна, но снятие с потока, лишение должности для многих будет смерти подобно, потому что больше они ничего не могут, кроме как красть. Поэтому пусть идут, убирают улицы. Дякую за Конституцию, я відомо президент вносит до Верховной Рады подание про призначение министра обороны, министра закордонных справ Украины, призначая на посаду до да звильня генерального прокурора за заводом Верховной Рады. Кто ваши кандидаты на эти посады? Те, кто будут продвигать идею 5.10. Потому что самое главное, и ради чего я иду, потому что для меня это агитационная кампания за налоговый рай в Украине. В Украине появилась блестящая идея, которая действительно может убедить людей, что они могут быть самыми богатыми в мире. Поэтому любой человек, который будет назначен на должность, то ли прокурора, то ли э, министра обороны, то ли, в общем, любой чиновник, который будет назначаться, он будет исходить из того, насколько он поддерживает и лоялен партии. Я уточню, это вы, как президент, рекомендуете какие-то кандидатуры? Уже у вас есть какие-то фамилии? Конечно, нет. И не может их быть, потому что это совершенно другое, потому что все кандидатуры проходят торги в парламенте. Насколько будет большинство в парламенте, какой человек выдвинется. Но еще раз говорю, критерием должна быть идеологический подход. У нас партия идеологическая, она внедряет систему 5-10 в Украине, она за налоговый рай. А это фактически другое государство, это новое государство, и поэтому будет выдвинут из партии тот, То піддержує ідею налогового раю. Іменно ідеологічний подход буде ключовим в моїй роботі. Крас... Про налоговий рай. у вашій програмі є 10 перших кроків відбудови Золотої України 5-10, а крок номер 3 Я зацитую: скасування мита на товари, що вузять в Україну, скорочення митної служби. Якщо скасувати мита в Україну. Якщо скасувати ми, так точніше в Україну зайдуть товари з більш розвинутих країн, що в свою чергу не дасть змоги розвинутись української промисловості. Ви пишете, що ваша ціль ВВП в 2 трильйона доларів. Якщо я пригадую, це ВВП Бразилії на сьогодні, а в Бразилії 200 мільйонів чоловік. Як ви плануєте захистити українського товаровиробника? Вот вы можете примерить на себя, если вы будете получать товары со всего мира без пошлины, вы будете покупать его дешевле. Это первое. Второе, если в Украину будут поступать товары без пошлины, то большинство компаний Европы откроют здесь логистические центры и склады, чтобы здесь хранить товары. Идея простая: они получают сразу при вывозе товара свой Мервиштой в Германии НДС тот же самый, они будут хранить у нас. Соответственно, у нас будут развиваться торговые центры. По сути, это транзитная торговая страна, которая может получить здесь изобилие товара. А с изобилия товара Ой. появятся новые услуги и продукты. А то, что вы говорите, что сюда войдут иностранные какие-то клиенты, у нас загнется промышленность, это полная чушь, потому что, смотрите, автомобили сейчас облагаются пошлиной 10%, НДС 20%, полтора процента военный сбор, еще акцизы на, на старые машины. У нас автомобильная промышленность развелась, у нас ее нету. Потому что не развивается так. Самое главное, чтобы здесь было изобилие, и у гражданина была возможность покупать дешевле. Оскільки вот это и есть цель. Реформы. Я понимаю, но для того, чтобы что-то приобрести, нужно где-то взять деньги. Э, Где мы возьмем деньги? А вы пишете в своей программе, для того, чтобы держава была спроможной сплачивать пенсии на уровне 200-500 долларов, это тоже. А ваш пункт программы «Речный ВВП» має становити минимум один Трильйон 200 да. мільярдів доларів США. Да. Податковий рай, це продовжує цитувати програму. Податковий рай забезпечить громадян України високими пенсіями та доходами. Да. Зараз, нагадаю, є тільки дані за 2017 рік, зараз ВВП України 112 мільярдів. Продовжуємо. Як ви плануєте збільшити в 10 разів торгівля це дуже добре, але повторюсь, Для того, чтобы вытрачать, треба зарабатывать. На чому мы будем зарабатывать и что вы для этого сделаете, как президент? Вот смотрите, первое, что бросается в глаза. 112 миллиардов долларов назвали. Но вы знаете, что 70% экономики Украины находится в тени из-за налогов и пошлин. 32% за данным минфину Это Минфин так говорит. На самом деле до 70%. Практически все зарплаты в Украине платятся теневым способом, потому что невозможно оплатить 22% ЕСВ, 19,5% подоходного налога. Поэтому люди работают в тени. Весь бизнес работает в тени. Везде воруют. Так вот. При системе 5% никто уже не будет завозить контрабанду. Не имеет смысла слишком низкий налог. Чем ниже налог, тем реальнее его будут платить. Второе. Сейчас обнал стоит 10%. За 5% будут работать честно. Таким образом, я ожидаю, что вся экономика Украины выйдет в тени, а, в тени. А это умножайте экономику сразу на 3. Второе. Компании западные получив сигнал, что в Украине налоговый рай хлынут сюда и начнут открывать здесь компании. Потому что на сегодняшний день все торги по газу и нефти проходят, например, в кантоне ЦУХ, потому что там 15% налог. У вас будет 5%, значит, сделки будут проходить все газовые и нефтяные здесь. В Ирландии чудо произошло. Почему? Потому что у них 13% налоговая нагрузка на компании. А значит, здесь будут открывать импортные штаб-квартиры. Третий момент, я вам сказал, что сюда будут вывозить товар из западных стран европейских, потому что у них на ногта добавленную стоимость. Они будут его сразу себе возвращать, а у нас будут открывать торговые центры и угу. логистические склады. Доброе. А, питание такое Я каждому кандидату ставлю одно особистое питание. А, когда я готовился до эфира, то я побачу вашу декларацию, и вы, вы людина. Вы заможная людина. Недостаточно. А... Вы сформулировали свои капиталы не за системы 5-10. Значит, это возможно? Нет, примерно за системой 5-10, потому что именно столько я умудрился платить государству. Я вынужден оплачу государству. Питание в, ось в чем. что вы порушивали закон, обходящий правила системы, которую вы планируете сейчас руйнувать? 100% предпринимателей нарушают закон. Вы нарушаете закон, Инна нарушает закон, все нарушают закон, потому что как минимум вы когда-нибудь получали теневую зарплату в конверте. Где вы сейчас порушуете закон? И сейчас я стараюсь занизить налоги, как могу, не платить государству. Вот жаба давила, когда платил 2,5 миллиона заставок. Угу. А, в короткие вопросы, 40 секунд у нас осталось, не про 5-10. А вы выступаете за законодавчее обеспечение и унормирование права на вильную купивлю стрелецкой оружия. Да. Поясни почему? Потому что люди свободный человек должен быть вооружен не имеют оружия только рабы. На территории Украины никогда украинцам не давали оружие. Поэтому они вооружались вилами, лопатами, чем-то там убивали этих господ или кололи их ножами. На самом деле свободный человек должен свободно владеть оружием. А самое главное, он должен быть обеспечен правом им воспользоваться против преступников. Дякую дуже. было було сім мы с Надеюсь, Сподіваюсь, хоча чого сподіваюсь, можливо, нас податково чує, Может, придут до вас там Так ко мне сказали? приходят каждый день. Порушение закона. Испугали ежа малой жопой. А в цій частині кандидат ставлять питання один одному. Я, якщо що, підтримую. А, чиїсь питання, чиїсь не підтримую. Ну, так, не буду дуже вам заважати в цій частині. Тож, перше питання, Геннадій Балашов до Інни Богословській, будь ласка. Дуже приємно їй не задавати питання, тому що вона вот ставила в свою програму 10-10. Це таке Небольшая, так сказать. Эволюция. Да, эволюция. И я, в общем-то, всегда мне нравилось, как она выступает. Я вот не пойму, почему тебе просто не присоединиться к партии 5-10, потому что создан прекрасный мем. Есть прекрасная идея налогового рая. Описана золотая Украина, которую мы хотим создать. Конечно, присоединение таких политиков, как ты к партии 5-10, открыто. вступление в партию, присоединение к ней, будет прекрасно воспринято людьми, и мы сможем действительно внедрить эту идею в массы, в людей, потому что людей надо сегодня выращивать и воспитывать, прежде всего либертарианцев. И ты можешь быть одним из членов партии либертарианской 5-10, которая на сегодняшний день является флагманом либертарианства в Украине. Спасибо. Во-первых, это для меня возвращение к истокам, потому что я, начиная с 1996 года, настаивала на том, что в Украине должен быть один оборотный налог. И 10-10 сегодня это просто трансформация. Почему 10-10? Потому что мы таким образом вообще ликвидируем необходимость людям считать, где им выгоднее. Для юрлиц иметь налогообложение или для физлиц. Прозрачность это даст нам хороший шаг большой. Что касается партий, я категорически а, буду работать над тем, чтобы ликвидировать все существующие украинские партии. Я буду вносить в парламент и а, а, при поддержке ВЕЧИ, которую я созову и на которую я буду опираться, мы а, фактически понудим этот парламент поменять и избирательную систему на парламентских выборах уже осенью 2019 а, года и на а, местных выборах а, осенью 2020 года мы должны депортизировать местные выборы вообще местное самоуправление никакого отношения к партийной парадигме не имеет там должен быть гражданин активный который хочет для громады принести пользу Коммунист, и как... социалист все равно Со все равно и там не может быть партийных фракций которые загоняют специально туда любого нормального человека который хочет быть полезен собственной громаде то есть депортизация местного самоуправления это задача раз а снятие проходного барьера уже на этих президент парламентских выборах осенью 2019 года, сегодня 5% проходной барьер, сегодня не ограничено финансирование партий и сегодня не ограничено использование политической рекламы. При такой системе 5-10, как партия нового образца, не попадет в парламент, Если потому что вас, миллион вас не пустят просто. я, Як позволите, да? пожалуйста. Поэтому... час все ж не Дуже такі, коротко, не, не я поставлю крам, крапку Я сьогодні хочу зайти на 5 років всього на один термін як президент, як, який буде позапартійним і який створить нову передумову для створення новітніх українських партій. Ви підходите до терміну новітньої партії, тому що у вас є чітко визначена ідеологія. У вас есть членство, у вас есть членські внески, поэтому вы фактично можете быть прото новой украинской партии. А... Дуже поважаю а... ваш цей підхід. Але не можете, якщо ви будете проводити... Ні, я просто, якщо я просто ви будете поставила будете департизацією займатись, то партії 5-10. Ну не ні, департизацію. Бути вис... Давайте ще раз. Верховне. Ні, ні, точно ні. Я, Департизація я місцевих виборів. Слухачі теж, теж місцевих зрозуміли. місцевих виборів. Дуже дякую. Дуже дякую. Хоча в мене така репліка, не треба на неї реагувати, будь ласка. Що вам заважало ці останні п'ять років приєднуватись до тих, хто хоче змінити конституцію, хто хоче змінити? Змінити парламентські правила, правила обрання у Верховну Раду. Цей рух був. Це було навіть записано в коаліційній уході. Ніх ніхто не виконав, активісти не змогли додавити. Я Бу. не є членом парламенту з 2014 року. Тому до мене, будь ласка, цих претензій не під'являється. Був рух, який а, вимагав від Верховної Ради. Змінити парламентські правила. Ви бачите Добре. мої пости, і побачите, що я завжди підтримувала саме Добре. цей рух. Ваше питання до пана Геннадія Балашова. У мене питання таке: конкретне: чи готові ми на сьогодні сісти разом і закликати інших представників кандидатів, інших кандидатів президенти, щоб відпрацювати систему контролю над голосуванням? Тому що готується величезна фальсифікація, це вже зрозуміло. Іде вже підкуп голосів, іде фальсифікація списків виборців, чи готові ви розробити спільну програму? разом. Я бы запропонувала буквально наступні дни встретиться с цього приводу и далі рухатися по розширенню кола. на мы давно в политике, и мы знаем, как она делается цинично. В политику делают деньги, связи, возможности выхода на телевизор, фальсификации в том числе. На сегодняшний день я оцениваю эти выборы, что больше всех возможностей медийных, финансовых, властных, находится у президента. На втором месте находится Тимошенко, которая претендует. Поэтому борьба, судя по всему, разгорится. Можем ли мы в проконтролировать за них выборы? Нет, они сами будут контролировать выборы, как смогут. Будут ли фальсификации? Будут. Мы с тобой на это повлиять не можем. Но мы можем делать с тобой другое это использовать э, агитацию во время избирательной кампании для я использую это для того чтобы люди больше узнали про налоговый рай. потому что проблема у нас не с тем э, людьми, которые властвуют, у нас проблема с народом, у нас нет либертарианцев, у нас нет людей, которые хотят свободу, у нас нет людей, которые верят в то, что они могут разбогатеть, избавившись от государства. Вот это самая главная проблема, поэтому я призывал больше заниматься людьми чем контролировать их выборы. Это не наши с тобой выборы. Мы их используем исключительно для пропаганды тобто своих я идей. Но ну, в этом главное я, наше отличие. Я, 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 я додам. То есть вы, э, ну так рационально, разумеете, что вы президентом не станете. Дай бог, чтобы я набрал пару процентов, это будет большой успех Балашова и партии 5 -10. И э, в этом наше основное э, основное отличие. Я иду победить в этих выборах. То, О, что нет. сегодня рисует э, социология, абсолютно недостоверно. Мы никогда не имели ситуации, когда за два месяца до выборов 60% украинцев не знают из тех, кто хочет голосовать, не знают, за кого голосовать. Мы сегодня имеем уникальную историческую Паніна, ситуацию. я вымушен вас прибыть. Звідки у вас цифра про 60%? Это а вы знают практически все, кто делает реальную социологию, а я не те, знают, еще малюекся. Я не знаю, на какие данные вы спираетесь. соціологічні социологические исследования, которые были вчора, вчера, 17%. Ні. Ніяких шістдесят 60... Валерій, треба. Ви задали питання, будь ласка, послухайте Добре, його. Давайте. Бо ви сьогодні зараз сказали фразу, яку люди запам'ятають. Сьогодні... Вони запам'ятають 60%, так, відсотків, які не є 60%. Так, Воно відсотків. є Є 75%. Тому що відмовляються е, давати відповідь на соціологічне опитування 75% до 82%. І тому саме ті соціологи, які показують, яка в них е, сьогодні ситуація з. відмовою відповідати на соціологічні опитування, тільки ті більш-менш е... Достовірно це, дають інформацію. Це, це дані не підтверджені, тому що ви це дані ви не мені на ви не можете абсолютна назвати... Маніпуляція. мені, маніпуляція. Ви не можете назвати мені соціологічну службу, яка вчора демонструє дані. вчора. Я була на одному з каналів. Вони поставили опитування в ефірі. Чи довіряєте це ви соціології це, чи ні? Це, це не репрезентативне опитування. Вибачте, сьогодні це, це соціологія це наука. не наука. Сьогодні це наука. соціологія Добре. це маніпуляція а, повністю. Це, це наука. Я вам приведу конкретний приклад. Не треба мені ваше ваше питання до пана Балашова. Питання ласка. тоді до пана Балашова. Е, Геннадій, чи вважаєте ви нормальним, що за умови, коли я була першим кандидатом в президенти, який заявив про те, що я йду в президенти, досі ні одна соціологічна служба, яка проводить соціологічні опитування, не включає моє прізвище в перелік кандидатів в президенти? Поки пан Балашов буде відповідати, я Будь зараз. З ласка, подивіться, подивлюсь. Да. І е, це маніпуляція, це блокада, яка є, і я знаю, що це зроблено спеціально. І два е, гравці, які бояться е, тих, хто реально є е, противником системи, вони роблять все, щоб це, е, це не було включено навіть моє прізвище. Але всі ефіри показують, що все я перемагаю питання. навіть в... все ж питання. Я задала це питання. Пан чи Бал вважаєте Будь це ласка. ви нормальним? І чи вважаєте ви? социологию на этих выборах инструментом манипуляции и фальсификации? Безусловно, социология это инструмент манипуляции, но не такой большой, как э, ты сказала. Второе, ну я тоже возмущаюсь, что меня не включают ни в один рейтинг, большого не упоминают. Не то, что в этих, самых... меня не упоминают, даже иногда ЦВК забывают упомянуть. Это циничность выборов. Самое главное не допустить другую мысль в медийное пространство. Конечно же, так они будут поступать. Именно поэтому мы находимся в неравных условиях. Мы с тобой не вкладываем по 50-100 миллионов в избирательную компашку. У нас нет газовых денег, как у Тимошенко. У нас нет денег властных, как у Порошенко. Поэтому еще раз говорю, наша задача с тобой использовать их, использовать избирательную кампанию для пропаганды идей либертарианства. Если ты считая себя либертарианцем, и использовать уже рабочий мем. В данной ситуации рабочий мем это 5-10. 5%, 5 с продаж и 10% социальный. Более того, этот мем начали вставлять многие политики уже в свои рабочие программы. То есть, она уже проникает в мозги даже властных структур. Поэтому надо не обращать внимания как они манипулируют, а делать свою работу, используя их во время их манипуляций. У, у меня по... две книги плана развития страны». Я не могу сужать свою работу государственного деятеля только к налогам. Я ценю Вашу роботу в 5-10, но для мене задача реформировать всю страну. Нельзя реформировать только налоги, не реформируя всю остальную систему. Ви дуже так цікаво, так робите. Відповідаючи, добре. А для слухачів, а дійсно, в одному опитуванні, яке я зараз відкрив, а це спільне опитування Кміс а Социс а, та центр Розумкова, а пані а Інни Богомолець, о, вибачте, богословської а богомолець є, до речі. А, немає в. І Ібалашова mm. немає. А, я не буду виступати адв... адвокатом адвокатам соціолог. Можливо, це йде мова про ваш рейтинг. Ні, це мова йде добре. про маніпуляцію. А, добре, ваше питання, пан Балашов, до Богословський, і на цьому будемо вже закінчувати. Дві хвилини, які. Да, на так, мені цікаво, откуда взялась цифра 10-10. Ну, зрозуміло, що копірується 5-10, але у мене 5% налог з покупок. у тебя возникает 10 дело в том что мы очень четко посчитали что пять процентов с продаж хватит государству на функционирование это также связано с таможенными пошлинами потому что они заменяются на пять процентов с продаж при перевалке экспорта и импорта откуда у тебя взялась 10 процентов и тебе не кажется что слишком много если на каждом этапе вынимать 10 процентов с продаж Дело в том, что нет каждого этапа. Это тот главный вопрос, который я вам всегда задаю. Что вы имеете в виду под 5%? У меня четко указано, это налог с продаж. То есть это косвенный налог, который платится покупателям. Кто его платит? Покупатель его платит при покупке юридическое, товара. Юридическое физическое лицо? Физическое лицо а платит со своих лицо? доходов только 10% с дохода. И это все включает в том числе и пенсионные фонды, и все социальные фонды. Юридическое лицо платит 10% налога с продаж. Это система, которая, а, э, исключит у нас коррупционный возврат НДС, б, учитывая, что мы в войне, и, к сожалению, мир лет на 50 зашел в милитаризацию, нам придется нести дополнительные расходы по милитаризации экономики. Мы, нам этих денег хватит, плюс акцизы и плюс э, доходы от недр. Если мы этого э, не сделаем, 5% налоги с продаж, не хватит. Я, к сожалению, так и не смогла увидеть, я профессионал, я аудитор сертифицированный, я не смогла за все время увидеть объяснение концепции 5% налога с продаж, потому что вы называете 5-10, не называя, что это. Если это оборотный налог, то это много. Если это налог с продаж, то это мало. Я готова сесть с вашими специалистами, как профессионал, и прописать этот ваш налог 5-10. Спасибо Скопировали дуже. систему, но не разобрались мы. Доброе. Это а, вы можете выяснить уже поза эфиром. Эфир Ефір закончился. Спасибо дуже. Это а, были президентские дебаты на радио НВ.